Тирасполь. На городском стадионе продолжаются перемены. Старые трибуны, которые мы уже за полвека снесли, теперь демонтируют табло. Что скрывалось за циферблатом и игровым счетом, могут видеть все. Трехэтажные конструкции уже за 40. Строили в 80-х. Табло давно не работало. Пора менять. Планируется, чтобы здесь было полноценное футбольное поле с табло, с трибунами, с освещением, чтобы здесь могли проводиться соревнования достойного уровня. Планируется в подтрибунных помещениях отремонтировать все помещения, тренерские, медкабинеты, душевые. Планируют обновить и главное футбольное поле. Для него уже завезли искусственный газон. Отремонтируют и беговую дорожку. Появится новое покрытие. А на месте бывшей восточной трибуны появится несколько спортивных площадок, в том числе для мини-футбола. А пока тренируются на старом поле. Несколько раз в неделю здесь собираются спортсмены столичного футбольного клуба «Юниор». За 10 лет он подготовил несколько поколений будущих чемпионов. Мне 7 лет, и я хотела учиться футболом, потому что мой папа играл, он был футболистом, и я тоже начала футболистом быть. Для футболистов главное, чтобы были хорошие условия. Будут хорошие условия, будут хорошие поля, и футболисты будут приходить. Всем же приятно детям тренироваться, заниматься на хороших полях. На стадионе уже отремонтировали баскетбольное поле, здесь их сразу два. Осталось установить только баскетбольные щиты с кольцами. Привели в порядок и поле для мини-футбола еще прошлой осенью. Теперь оно по всем спортивным стандартам и больше, чем раньше, 40 метров на 20. Привели в порядок и универсальную спортплощадку для футбола, баскетбола и волейбола. Кстати, для волейбола появится еще одно поле. Его засыпят песком. И кроме обычного, на городском стадионе смогут развивать еще и пляжный волейбол. Он набирает популярность во всем мире.